Журнал «Шоумен Шоу Вуменс» Юлия Гроза. Мы находимся на конкурсе красоты топ-модели России, который проходит в Санкт-Петербурге на фрегате «Благодать». Рядом со мной стоит талантливый и очаровательный мужчина Платон Петров. А что он тут делает, он сейчас сам расскажет. Здравствуйте. Во-первых, я художник и коллекционер. Меня пригласил мой друг Роман Голберг, на данное мероприятие. Данное мероприятие находится на фрегате в петровском стиле, рядом с домиком Петра I. Здесь собрались прекрасные, очень красивые девушки. Вот. А сам я занимаюсь коллекционированием искусства и творчеством, пишу картины. Вот. Мне все очень нравится здесь, очень красиво. Спасибо вам большое. У вас уже есть своя фаворитка? Да, у меня есть фаворитка, да. Как думаете, жюри ее выберет? Жюри уже выбрала. Роман сказал, что она настолько шикарная, что она будет участвовать в каких-нибудь других конкурсах. Вот. Это моя подруга-модель, она топ-модель. Вот. Очень известная. Имя сейчас называть не буду, но в дальнейшем вы ее увидите, но не на данном конкурсе. Вот в чем дело. Хорошо. Да. Спасибо. Ну, мы заинтригованы, поэтому посмотрим, кто же все-таки выйдет в финал и победит.